Компания «Акада», отдел исключений. Алло. И мне не сложно $2000 потратить, чтобы... Алло. Да-да, слушаю вас. Александр Абдулов. Алло. Кто это? Где? 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 Куда я попал? Акада. Интернет нужен вам? Алло. И вы тупые, сука, вы нихуя не понимаете, с вами нельзя нормально, блядь, разговаривать. А что случилось? Давай я, блядь, дождусь, как ты выйдешь, ебану тебя нахуй, блядь. Иди. И мне не сложно $2000 потратить, чтобы тебе ебало кислоты плеснули, блядь, сука, похуй, где ты, блядь, цыгане везде есть, да, блядь, найдем, блядь, сейчас, блядь, будет, блядь, нахуй, МИ-6 звонить, говорит, что ты, блядь, взорвать синагогу хочешь, нахуй, сука, недоносок. Алло. Алло, сука, меня слышно? А ты, пидор, не платишь деньги за телефон, блядь. Вас приветствует гостиница посольства Украины. Если вы знаете номер вашего абонента, наберите его в тональном режиме. Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Ведите соединение с оператором. А когда Сергей слушал вас? Александр Абдул. Алло. Алло, алло, говорите, да? Да, слушаю вас. Вы позвонили. Нет, я не звонил. Извините, когда ошиблись. Я понял. Алло. Алло. Да. Алло. Алло, да, добрый день. Да. Александр Абдулов. Так, я вас слушаю. Алло. Вашему сыну звоним, его друзья. Кто вы? Кто вы? Александр Абдулов. Вы Александр Абдулов? Да. А кто вы? Деревенщина хуева. Позвоните днем, а? Или утром? Ты сегодня ночью подумай, да, хорошо подумай. Завтра мы с тобой поговорим, потому что я сам теперь рано спать ложусь. Пеклась, ну будем каждый день звонить. Потом адрес пробьем еще так, а шабду пеклась. Ну, будем каждый день звонить. Алло. 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 Да, здравствуйте. Алло, да, добрый день. Да, что вы хотели? Вашему сыну звоним, его друзья. Вы ошиблись. Добрый день. Алло, не слышу вас. Да. Я слушаю вас. Да? Говорите, я слушаю. У меня в мозгу не помещается. Я сейчас просто вытянусь из окна, потому что я не понимаю, как можно быть такой ненормальный вообще, ненормальный человек. Здравствуйте. Вы позвонили в отдел продаж «Акадо». Пожалуйста, ждите соединения с оператором.
Отдел подключения отказа. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Мадам. Кагем, а это негодники! Что ты устроишь? Алло. Я тебе говорю, это сексуальное развращение приличных людей. Это за это сажают сейчас, между прочим. Ты знаешь? Алло, со мной поговорите. Алло. Скотина поганая. Алло. Сука ты такая! Алло. Да. Здравствуйте. Вот ублюдок, блядь. Эти консервы, блядь, слышите? Собачьи, да? Блядь, консервы съедобные, сука, кошачьи. Вы желаете заказ оформить? Да. По данному вопросу сейчас переведу ваш звонок на службу приема заказов. Вам помогут оформить заказ. Я с вами не верю. Здравствуйте, служба приема заказов по телефону. Ярослав, слушаю вас. Алло, да, добрый день. Слушаю вас. Блять, консервы съедобные, сука, кошачьи. Эти консервы, блять, собачьи, да? Повторите, пожалуйста. Питание слоновье, нахуй. Назовите, пожалуйста, номер вашей карты. Чего? Чего? Номер вашей карты назовите, пожалуйста. Ну и хорошо, хуй. Ну и хорошо, хуй. Выражайтесь, пожалуйста, корректно. Ладно. Для оформления заказа сначала необходимо пройти процедуру регистрации. Подскажите, пожалуйста, вы ее прошли? Да. Да. Назовите, пожалуйста, номер карты, который вы получили при регистрации. Пидор! Грубдуй, блядь, сука, ёбаная! Говно! Парла! Вы выражались некорректно, я вынужден буду прерывать соединение. Я тебе покушать принёс, да нет. Будем рады слышать вас снова. Всего доброго. Сосиски. Ну, я скажу, что мы твою семью нашли, мы им голову отрежем и тебе пошлем. Алло. Алло, да, добрый день. Обоснованная охрана. Алло. Да-да, я вас слушаю. Александр Абдулов. Вы куда звоните? Пик вас. Ну, будем каждый день звонить. Потом адрес пробьем еще так. Конечно, Абдулов. Я говорю, вы куда звоните? Ебаный, зря смеешься, ублюдок недоношенный. Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Алло. Алло.
Алло. Алло. Алло. Там... Алло. Алло. Да. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Стоматология 31, вы нам звоните. Это, по-моему, нам хулиганы сами звонят. Хулиганы? Потому что это не я вам звоню, а вы как будто бы вы мне звоните. Слушайте, безобразие какое-то, правда. Да, я с вами согласна. Угу. Ладно, и, ну, не знаю, вот не знаю, что. Я вот тоже беру без конца трубку, ладно. Извините. Куда? Так, друзья, уже прекращайте. Hello, hello, hello. Здравствуйте. Вы позвонили в Центр информации для потребителей продукции Sony. Для получения информации об адресах и телефонах магазинов нажмите 1. Для получения информации об адресах и телефонах авторизованных центров сервисного, пожалуйста, дождитесь соединения с оператором. Обращаем ваше внимание, что в целях улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Здравствуйте. Вы позвонили в интернет-гипермаркет «Экспонат». Вы ваше согласие на обработку ваших персональных данных. Переведите телефон в тональный режим. Если вы хотите оформить заказ по телефону, нажмите клавишу «Удаление». Если вы не имеете поддержки клиента, нажмите клавишу «Разграничную» с целью оказания вам необходимого уровня сервиса. По окончании разговора вам будет предложено оставить оценку качества обслуживания. Здравствуйте, компания «Утконос», Кирилл. Чем я могу вам помочь? Центр информации для клиента «Сонь». Денис, добрый день. Чем могу помочь? Вас не слышно. Вас не слышно, перезвоните еще раз, пожалуйста. Алло. Переведите телефон в тональный режим. Если вы хотите оформить заказ по телефону, нажмите клавишу 1. Для соединения со службой поддержки клиентов нажмите клавишу 2. Для соединения с отделом персонала нажмите клавишу 3. Для соединения с коммерческим департаментом нажмите клавишу 4. Если вы знаете внутренний номер абонента, наберите его в тональном режиме и не дождитесь ответа оператора. Обращаем ваше внимание на то, что все разговоры с оператором записываются. А займи денег. Компания «Утконос» Елизавета, здравствуйте. Чем могу вам помочь? Вас приветствует гостиница посольства Украины. Если вы знаете номер вашего абонента, наберите его в тональном режиме. Вы меня если слышите? Нет, дождитесь ответа оператора. Вы меня куда? Слышите? К сожалению, вас не было слышно. Пожалуйста, перезвоните позднее. Возможно, связь наладится. Всего доброго. Алло. Слушаю вас. Кто? Слушаю вас. Че? Я вас слушаю, говорите. Ничего не понял. Ну вы позвонили мне, я говорю вам, я вас слушаю, куда вы звоните? А че ты кричишь? Ну я слушаю, говорите, что нужно. А займи денег. Еще раз, не слышу, плохо слышу. Я по поводу денег. Каких денег? Куда вы позвонили? Вы позвонили в гостиницу. А че я? Каких денег? Это гостиница. Которую я вложил в капитал. Нет, это гостиница. Посольство Украины. А че я сделал? Вы ошиблись номером просто. В смысле какой? Я не слышу вас. Кто? Это говорит? Алло. Папа. Алло. Папа.